В рамках республиканской акции «Одна страна, одна книга» в библиотеке имени Пушкина проходит чтение произведений известного драматурга, писателя, общественного деятеля Тулена Абдикова. В увлекательный мир его творчества пригласили читатели и работники Пушкинки на открытие выставки, посвященной Тулену Абдикову. Почему же именно на творчество Абдикова пал выбор читателей? Библиотекари говорят, что его литературные достояния наиболее обсуждаемые и по сей день трогающие сердца и умы людей. Не случайно произведения автора имеют популярность за рубежом, а за свое острое и меткое слово писатель был удостоен международной литературной премии «Кафки». В 1965 году окончил университет имени Аль-Фараби. Его произведения начинались еще во время учебы в вузе. Самое первое произведение было написано для девушки, которая ему нравилась. Его произведение получило хорошую оценку, завоевав популярность среди студентов, друзей. А в целом творчество стало публиковаться на страницах газет и журналов с 1964 года. Помимо этого, автор перевел на казахский язык древнегреческие сказания и мифы, что говорит о виртуозном владении словом, добавляют специалисты. Кроме того, его проза и драматургия стала основой для фильмов и постановок на казахской сцене. Тулен Абдиков в своих произведениях пытается передать жизнь с ее противоречиями и сложностями человеческих отношений. Глубокий психологизм и трагизм осмысления национальной самоидентичности казахского народа, пожалуй, ключевой из символов его обращения к читателю. Поэтому и сегодня его слова звучат так же хлестко и бескомпромиссно, продолжая увлекать за собой новые поколения любителей литературы. Лейла Слямбекова, Шинарджи Сингали, Максат Назметов, Алтай Ахпарат.